Пусть зима будет теплой. Сеть гипермаркетов «Экономир». Юрий Викторович, ваш комментарий сегодняшнего матча. Ну, опять наша болезнь – это забивание. Игра хорошая была, быстрая, очень агрессивная. Обе команды настроились очень хорошо. Но опять наша болезнь – это забивание, и у нас чуть-чуть оно отсутствует. Не забиваем туда и получаем в обратную сторону голы. Довольны тем, как наша команда сегодня выглядела в силовой борьбе? Все-таки снайперы заметно были и выше, и мощнее. Ну, я считаю, что мы не проиграли силовую борьбу. И очень хорош. Вратарь, конечно, отыграл у них очень прилично, могу сказать. У нас тоже неплохо в вратаре. Но тоже эти ошибки, которые не дают нам чуть-чуть шаг сделать дальше. Но будем работать над этим, будем работать. В концовке у соперника было 5-минутное удаление. Как считаете, шанс зацепиться был? Был. Я всегда считаю, что шанс всегда есть. Всегда есть шанс, и шанс был зацепиться. Если бы не удаление Корниенко, то могли бы, может, зацепиться, потом вратаря снять и довести до овертайма его. В конце Старченко получил повреждение. Как... Нет, все нормально сейчас. Там доктор лечит все. Я думаю, что все восстановится до завтра. Не пропустит? Да, я думаю, что нет. Ну, хорошая игра, хороший соперник. Матч проходил в упорной борьбе. Команды обменивались бросками, хорошими там, контратаками. Но мы старались играть очень жестко. Не уступали в борьбе, выигрывать силовые единоборства. Ну, в общем-то, и все. А чего не хватило, чтобы сегодня выиграть? Первый гол забили все-таки мы. Твой гол. Ну, мне кажется... Силенок маленько не хватило. Играли-то хорошо, в принципе. Моменты были. Чего-то не хватило. Будем работать. Пацаны постарше говорят о том, что вы проиграете. Да нет, в принципе. Нету разницы, старше ты или младше. Ты на лед выходишь, делаешь дело как бы. 3-5 это счет по игре или где-то, может быть, не повезло медведям? Ну, могли, конечно, забить, но я считаю... Мы по игре. Мы заслужили победу сегодня, но не знаю.